Привет! Привет! Добро пожаловать в новогоднее безумие! И во влог на пару! Я для приветствия делала этот капюшон, все, теперь сниму. Для чего ты его делала? Не знаю, мне показалось это круто. Смотрится в зеркале. Это круто! Я не снимала, как я сходила к врачу. Я сходила к врачу. Не накрашенная. Не накрашенная. Очень трагичная, не накрашенная. Такая же ненакрашенная пришла в топ-рвое на занятие. Все испугались, конечно. Мне сказали, что, ну, вот, кстати, вы мне написали, что из-за разогрева от йода у меня все хуже стало. Двух врачей я спрашивала, ну, почему у меня ухудшение после йода было? И оба врача мне сказали, не знаю. Одна из них заведующая. Отделение. Отрологического отделения в нашей поликлинике. Вот. И все мне сказали, не знаю. Ну, вы написали, и я как бы поняла. Кто-то почему. Спросил, мы ходим в городскую? Да, в городскую поликлинику мы ходим. Да, мы ходим в городскую поликлинику. В принципе, она у нас одна из самых лучших в Москве, в принципе, ну, как бы считается. Она когда-то, ну, когда мы встали в эту поликлинику на учет, она была, называлась поликлиника старых коммунистов, что ли, что-то такое. Ну, в общем, там были все заслуженные. Ну, мы просто по месту жительства в эту поликлинику ходили. А эти коммунисты, они были разбросаны, революционеры, они были разбросаны по всей Москве. Вот приезжали в эту поликлинику со всей Москвы. Это действительно считалось, ну, самая лучшая поликлиника после там Кремлевской и так далее. Да. Ну, в общем, мне сказали, что у меня лимфоузлы как бы увеличены, и, скорее всего, это какая-то бактериологическая фигня. Бактериологическое нападение. Вот, и надо пить антибиотики, антигистаминные, полоскать горло. Еще что-то делать, и что я спросила про мазь, мне сказали, что мазь не действует. Напишите, как вы, ну, пользовались, ну, как избавлялись от этих фигней, и как вам помогла мазь или нет. Ну а вообще я хочу поблагодарить всех, кто написал мне пожелание выздоровления. Спасибо вам огромное, очень приятно. Вот. Ну а теперь мы расскажем вам про наши покупки в Natural Spirica. Рядом с Tupperware на Тверской. Коварно. Недалеко от Маяковки. Но мы очень давно, я не знаю, года два уже не заходили в Сибирику. Ну, да? В сам магазин такой, да. Мы по интернету, помнишь, когда да, по интернету мы заказывали. В этот магазин очень давно не заходили. Там, кстати, дешевле, чем в интернете, на самом деле. И, конечно, ассортимент поразил. Очень много стало всего нового. Очень много. И, конечно, цены хорошие очень, и банки большие. Нам сказали, что скоро откроется новый магазин, двухэтажный, на третьем этаже будет спа, и это откроется все на Тверской 4. И там, в этом спа-салоне, лично для каждого человека будут готовиться вот прямо сию минуту кремы, представляете, ну, для всех спа-процедур. То есть будет то же самое, что в, ну, как покупаешь, но без консервантов. Прям вот для тебя сейчас приготовили, все сделали. Все. Да, не знаю, как это будет все делаться. Ну, покупки у нас, на самом деле, их немного, но они очень тяжелые. И, говорю, банки большие. Да. Давайте начнем. И в основном все Аня себе скрабы. Она очень любит скрабы. А я не то что ленюсь, но у меня гладкая кожа. А я просто какая-то, кто не с гладкой кожей у нас? Я слон, вот кто я. Вот с такой кожей, которую нужно скрестить. Ты сама сказала, что если скрабом не делаешь, у тебя пупырышки появляются. Какая злая женщина. Я тебе сказала, это по секрету. А не на 7 тысяч человек с половиной. В общем, она пользуется в основном этими щетками. Она это я. Неприлично присутствие человека. Неприлично говорить
вы давайте все секреты про пупырышки. В общем, она пользуется щеткой для тела, поэтому, конечно, нафига я скраб. А я не очень люблю щетку для тела, потому что для меня это слишком травмирующе. У меня тонкая кожа. У меня тонкая кожа, она не сладкая. Тонкая кожа, да. И у меня нежная тонкая кожа, без пупырышек. Сейчас угорю просто. И вообще я от природы вот такая красивая. В общем, первое, что мы взяли, я хочу показать то, что мы взяли на двоих. Мы постоянно... Мы что-то на двоих взяли? Да! Это вот такой... Ой! Такое густое масло. Ой, шикарное масло. Я его прямо сейчас открою, чтобы вам показать. Потому что оно очень хорошее. Я не это помню, правда, кстати, правда, сколько правда. Оно стоит. У нас да 500 чем-то рублей есть? Там о, все стоит. Посмотри, сколько стоит этот густой. Этот густой. Просто по сравнению с суммой, которую стоит. 138 рублей этот густой стоит? Да, вот это масло ой, стоит. У нас еще была 2% скидка, потому что у нас есть какая-то карточка. Да. Слушайте, дешевый магазин еще скидку делает. Ну, вообще. На самом деле, это... И нам обошлось 520... 1 рубль 86 копеек. На самом деле, по уровню я могу вам сказать, что это, например, бодишоп. Но в бодишопе 850-900 рублей стоит масло для тела. И сколько здесь миллилитров? Очень тяжелая 200... фигня. Сколько? 370! 300. Даже... 370. А в бодишопе 250. Миллилитров, да. Но это масло шикарное. Шикарное, я его открою. Mm-hmm. Мы все равно будем... Оно такое густое, и от действия тепла пальчиков оно немножечко так расплавляется, а так просто его очень трудно выковырить. Вот, смотрите. Девочка, там ну что, чем кедровое... ты занимаешься? Вот, там кедровое, по-моему, масло, натуральное, густое, даурское масло ой, для тела. Выступило прямо масло да. Желтенькое. Женьшень, цветы шиповника и даурские масла. Вообще А-а-а. Шикарная вещь. Такое же масло есть для ног. Но мы его сейчас не взяли, просто потому что... Оно у нас есть. У нас есть, да. Да. Ой, оно пахнет лимонником. Да. Да, оно вкусное. Я же намазюкалась. Да, я же намазюкалась. Я очень люблю это масло. Вот, дальше. Мама взяла себе крем для ног. Дикая полярная фиалка. Питательный крем для усталых ног. Да. Там хорошо все, ну как бы классно то, что можно все попробовать, понюхать. Некоторые, конечно, вещи очень неприятно пахнут, видимо, очень природно. Крайне природно. Пугает природа. Мне не очень нравится. Вот. Очень, да, классная упаковка. Вот там очень много. Все, я уже сделала. Очень много в металлических тюбиках. Да. Очень приятные, хорошие вещи. Потом первый раз я взяла вот такой, такая соль для ванн для молодости кожи. Но я даже ее показывать близко не буду. Там куча всяких солей для ванн. Это наименее, ну как, наиболее приятно пахло. Вот. Я люблю соль добавлять, даже когда лашевские бомбочки кидаю. Все равно соль прикольно добавить, и масло можно еще туда добавить. Ну и два скраба. Сначала покажу вам новогодний скраб. О, нам еще салфеточки дали в подарок. Сначала покажу вам новогодний скраб. Там вся новогодняя серия. Видимо, в этом году все с ума сошли по ягодным новогодним кстати, сериям. Кстати, подожди. Значит, крем для ног стоит 256 рублей. А соль 700 грамм. Сола нет. А сол подарили, видимо. А, сол! 256 рублей. Ну, слушайте, вообще даром все. Даром. Дешевле только даром. В общем, вот такая серия. Упаковка, конечно, шикарнейшая. А это какой скраб? Это скраб Frozen Лимонник Нанай. Энергия и упругость? Наверное. Нет, ну должно быть написано. Энергия и упругость. Энергия и упругость. Вот это дорогая вещь. 722 рубля. Да, ну потому что это какая-то лимитированная коллекция. 370 миллилитров. И она закрыта, но я сейчас открою, все равно буду сегодня, скорее всего, крабиться.
Шкрабится. Ой, господи, ой, как мамочки. Варенье просто. Ой, мамочки. Ой, мамочки, смотрите, прям там эти ягодки. Шик. Там прям ягодки, и там внутри ягодки, потому что когда я открывала... Ну, ничего, там действительно ягодками, ягодками пахнет. Я когда открывала, там еще пробовала, там тоже все в ягодках, очень круто. Вот, это я сегодня, скорее всего, пошкряблюсь. Я всегда говорю, что сибирику очень выгодно дарить, потому что банки солидные, коробки красивые, mm-hmm. большие и очень недорого. Ну, на самом деле, для подарка вообще шикарно. Там есть mm-hmm. в стекле потрясающая такая бутыль, пена для ванны, и она еще в такой коробке идет, а, по-моему, стоит она 500 или 600 рублей по сравнению со всеми вот этими безумными ценами, которые в других магазинах. Для лица мы никогда ничего там не брали. А, я брала... Для волос мы брали. Я брала маску для шеи и декольте, вот она мне очень нравится. А шампуни мы брали, по-моему, 2 разных вида, и ни один не подошел. Да. И еще один скраб... Меня всегда это немножко забавляет, из молока тувинского яка и дикой монгольской морозки. Обновляющий. Он стоит 518 рублей, тоже 370 миллилитров. И там внутри морожка. Там морожка внутри. Да. Это тоже такой прикольненький. Вот этот очень приятный. Нежный, пахнет. Да. Вот. Но очень клевые вот такие вещи. Если у вас есть возможность приехать именно в магазин на Маяковку, то я очень рекомендую, предлагаю туда съездить, потому что, во-первых, там дешевле, чем в остальных магазинах, ну вот, которые просто продают сибирику. Вот у нас в Охотном ряду есть сибирик, еще где-то мы видели. А это тоже официальный магазин в Охотном ряду. Но там, конечно, гораздо меньше ассортимент. Да. И еще она сказала, где-то у них есть магазин официальный. Угу. Но тоже там меньше ассортимент. Вот этот самый большой. По ассортименту, да. Куча всего. Можно все понюхать, все попробовать. Понамазаться, там еще дорогая серия как бы вышла. Как только вы входите, сразу к вам подбегает барышня чай. И горячий чай предлагает. Но мы никогда не пьем, потому что нам не могут конкретно назвать травы, из которых состоит заварка. Ну и, естественно, мы боимся, что аллергия будет. Будет реакшн какой-нибудь. Но там еще теперь продается серия спа, ну, которая вот у них именно в спа используется, она как бы подороже. Очень дорого, по 1000 рублей. Ну, там такие банки все стеклянные. Очень, в общем, презентабельные такие получаются подарки. И вот мне нравится для рук, для ног, для тела хорошие вещи. Да, можно скомбинировать. Там есть, например, целые серии. Небольшие мы видели, помнишь, по 98 рублей да. маленькие скрабики. Ну, правда, да. там запахи такие. Ну, там крутые. Такие природные, очень органические ароматы. Кстати, там были и нормальные запахи тоже. Но там вот по 100 рублей, по 98 рублей. Угу. Крем для... ног я видела тоже за 95 рублей. И мы вошли рублей. Народу много. Да, да, много народу. Но там есть классическая серия. Вот это, например, сауна и спа. У них получается классическая серия. Там всегда одни и те же скрабы. Я обожаю ледяной скраб, но он у меня еще есть. Я им не так часто пользуюсь, обычно летом, потому что он дышит вот такой ледяной. У меня есть шишками скраб. Вот, кстати, я про него сейчас забыла, надо им попользоваться. Он офигенный. Был какой-то с орехами, да? С орехами он испортился, потому что когда мы его брали первый раз, там реально были наколотые кедровые орешки. Mm. А сейчас там скорлупа в основном, а орешков как таковых нет. То есть это непонятно. Раньше он пах, вот реально хотелось его съесть. Я и говорю, что у нас был с орехами. Да, был, но вот сейчас у меня есть еловый еще. Mm. Еловый тоже офигенный. В общем, как вы поняли, у нас мы... что-то с вулканической породой что-то было. Это для да? ног был солевой, вот абсолютно дурацкий был. Сейчас они его модифицировали, он получше стал, потому что раньше там были вот такие огромные солевые кусочки, и он ничего абсолютно не скрабил. И все руки оставались потом черные после этого скраба, потому что он вулканический. Но сейчас модифицировали многие формулы, стало еще круче все. В общем, мы любим очень натуры сибирика, ее называют. Она, эта марка есть, кстати, не только в России. Ну, они нам рассказывали, точно есть.
кучу городов, мы сначала не верили, а потом узнали, что действительно в Барселоне есть магазины. По-моему, в Лондоне тоже есть. В Лондоне? Мне так кажется, да. Ну, там просто подороже. Да, там дороже все. Если там выставить по таким ценам, наверное, никто брать не будет. За 98 рублей? Это за 1 фунт? Ну, почти там 1 с чем-то. В общем, вот. И наши благодарности. Я сегодня очень благодарна, что меня очень быстро приняли в поликлинике, очень быстро со мной разделались, и я уже накупила всяких лекарств и буду лечиться. Я сегодня благодарна. За что я благодарна? За что благодарна? День, хоть и пасмурный, но он такой хороший был, светлый вот по людям, с которыми встречались. Очень мне сегодня понравилось занятие в Табурве. Много всего интересного рассказали. И сегодня делали пирог, который мама вам показывала. Капустный. Ну, примерно, да. Только вот в той посуде, про которую я рассказывала, ультрапро, которая на чугунок похожа. И сказали, что очень много будет новинок в январе месяце. Так что ждите. Мы сделаем обзор. Будем жечь, да. Мы обязательно что-нибудь все равно возьмем. В общем, хорошо сегодня там было. Ну, и у нас продолжается конкурс. Конкурс «Новогоднее безумие». Внизу у нас условия все есть. Соблюдайте все условия правильно. До 25 числа в любой момент вы можете начать принимать участие. Сегодня мы дарим, по сути, одинаковые подарки. В 2 корзиночки отправляем, но по фирмам разные. Это 2 черных карандаша, 1 карандаш Giordani Gold Oriflame. Контурные для век? Для век, да. Для губ, думаешь, что? Ну, а что, не знаю, сейчас модно. Не, мы по классике, знаете как. Да. 1 Giordani Gold Oriflame, другой... Не рискуете. Divage. Слушай, вот я дундук, правильно ты спросила? По сути, они разные. Это для губ прозрачный, который... ну, если вы не любите контур. Для блеска. Да. Вот видите, хорошо спросили. Один для век точно черный, а другой для губ прозрачный. Да, Giordani Gold черный для век, а Divage прозрачный, как бы восковой для губ. Вот. И мы с вами обязательно увидимся завтра. Напишите, пожалуйста, какие... Ну, наверняка вы уже пробовали Natura Siberica. Что вам нравится из Natura Siberica или из каких-нибудь органических марок? Мы редко что можем использовать, потому что у нас аллергия. Но вот на эту марку нет аллергии. Ну, кстати, очень редко мне что-то нравится из косметических органических фирм. Да. Но это не совсем органика, это как с органическими компонентами. Да? Нет, просто с органическими компонентами получается. Как Lush свежая косметика с натуральными добавками, а здесь как с органическими тоже добавками. Вот. И напишите, пожалуйста, осталось 11 дней или сколько? 12 наверное, 12. Дней. Да, до Нового года. Всем ли вы подарки купили? И все ли вы успеваете? Мы ничего не успеваем уже, я чувствую. Мы в цветноте. Ну, мы до 25 числа кучу всего хотели вам еще показать, рассказать, но не успеваем. Нельзя все сразу, на следующий год еще что-то оставим. Просто Аня перечислила, я говорю, нет, Аня, ну просто уже просто невозможно, сил уже никаких нет. Не, ну просто там накладочки некоторые вышли, ну... Ну а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Пока-пока.